Ну подумаешь, фамилию изменил, и что теперь? Здравствуйте, в эфире программа «Антиновости», и сегодня я ее ведущий Инес Удавов. Предупрежу сразу, на этой неделе новостей особо нет. То ли из-за аномальной жары, то ли из-за того, что все те, кто давали повод для этих новостей, в отпуск ушли. Ну когда нас это с вами останавливало? Давайте начнем по порядку. Наконец-то вышел долгожданный выпуск программы «Ревизорро». Как сообщает портал Байкал Дейли, на телеканале «Пятница» состоялся долгожданный показ серии «Ревизорро» Волан-Удэ. Елена Летучая находила грязь, презервативы в номерах, просроченные продукты в местах общепита. «Мы в ужасе», оставляют отзывы зрители. А я вот не в ужасе. Мне, если честно, стыдно. Стыдно, что поводом показать республику по федеральному каналу стал какой-то найденный таракан. Ну ладно, если бы она группировку этих тараканов бы раскрыла, еще куда ни шло. А тут... Ай... Вот помню, раньше было, приедешь на запад России, тебя спросят: парень, ты откуда? А ты так гордо, из Улан-Удэ? А они такие: а, знаем-знаем, это же у вас там ТЭЦ взорвался, и прокурора посадили. А сейчас что? Мы стали очередным городом, где нашли таракана. Теряем индивидуальность, друзья. Стыдно. На экс-кудрука Бурятского театра Антона Лупченко завели уголовное дело за растрату. Во Владивостоке по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями художественным руководителем Приморского театра оперы и балета. Немного истории. В 2010 году Лупченко устраивается работать художественным руководителем, а по совместительству дирижером в Бурятский театр оперы и балета, где за 3 года он успевает поучаствовать во всевозможных скандалах. То он в аэропорту выражается не совсем литературно, то он зарплату получает, по слухам, почти 500 тысяч рублей в месяц. Нашим это, естественно, надоело, но ничего конкретного они на него не нашли. Поэтому решили тупо уволить, чтобы его зарплата не выросла до 1 000 000 рублей в месяц. Он устраивается в 2013 году в Приморский театр оперы и балета, где уже за 2 года он успевает всевозможными незаконными выплатами и арендой жилья по нереально высоким ценам потратить 1 000 000. В общем, тот еще деятель. Ну, я имею в виду культуры. За 2,5 года мы потратили чуть больше 1 000 000 000 рублей, из них бюджетных только 800 миллионов, то есть меньше, чем остальные театры федерального уровня обычно тратят за год. А виноваты мы в том, что оказались лучше, чем они ожидали, выпустили слишком много постановок и взяли слишком быстрый темп, заявил Антон Лупченко. А далее приводят список спектаклей, которые он создал, и артистов федерального мирового масштаба, которые приехали, видимо, благодаря его руководству. Это, конечно, все хорошо. Плохо только то, что 230 сотрудников театра недополучили 1 миллион рублей. По мне, так лучше бы никто не приезжал, и показывали бы они бы на сцене старого доброго Буратино. Зато зарплату получали бы вовремя. Хотя, куда мне до этого гения? Ночь Йохара возвращается в Улан-Удэ. Блин, прям на заголовок какого-то фильма ужасов похоже. Этим летом, когда солнце сядет за горизонт и весь мир погрузится в тьму, они разожгут большой костер до самых небес, и миллионы людей сойдутся в едином танце. Трепещите. Ночь Йохара возвращается в Улан-Удэ. Танцевать. А если честно, то я всеми руками, ногами и так далее и тому подобное за этот камбэк. Непонятно только одно, зачем вообще ее переносили в Тункинский район? Ведь это та самая фишка, которая поможет привлечь туристов в Улан-Удэ. Главное, нормальных продюсеров нанять, которые эту тему раскрутят. И желательно по солнцу. Власти Улан-Удэ рекомендуют маршрутчикам поить пассажиров в жару.
Надеюсь на ваше полное понимание и оснастить автобусы питьевой водой и одноразовой посудой, стаканчиками. Это сделать как можно быстрее и довести до личного состава. Кроме этого, хотел бы попросить вас максимально включать устройство кондиционирования ваших автобусов. Не считать экономию топлива, высказался начальник управления транспорта и связи Улан-Удэ Юрий Ткачев. Конечно, не экономьте, работайте в минус. Может, легче закон изменить, чтобы можно было окна открывающиеся ставить? Я так понимаю, по этому ГОСТу там в этих грузоперевозочных машинах а-ля маршрутка ничего менять нельзя. А как ГОСТ отнесется к тому, что кулер будет в салоне стоять? Да и вообще дело-то затратное. На одного пассажира, который едет с Восточного до Саян, примерно 5 литров воды будет уходить. А если он с похмелья, то и все 10. Я вообще предлагаю вместо кулера поставить бар. Купить дискошар и нанять диджея. И тогда эта маршрутка наполнится людьми. И всем будет пофиг, что душно. Потому что когда помещение оснащено такими аксессуарами, в нем всегда бывает душно. Но если честно, хорошо, что хоть заметили. Может быть, действительно что-нибудь нормальное придумают. А в конце выпуска я хотел вам показать очень крутое видео. Но коммунисты без чувства юмора подали на автора в суд, и поэтому он его удалил. Но наши коллеги среагировали раньше. Слышь, ты че такая дерзкая, а? Подали в суд, потому что обиделись. Видите ли, Ленин никогда в жизни эту песню бы не спел. Мне кажется, если бы Ленин жил в наше время, он бы как раз эту песню бы и пел, потому что он был близок к народу, а народ сейчас именно это и поет. Простить, живинку крал тебя, это причина грязкая. Слышь, ты чё такая дерзкая? Даже Путин не обижается. И закончить хотелось бы новостью, которую мы придумали сами. Хотите пиццу на халяву? Тогда зайдите в нашу группу ВКонтакте и репостните сообщение вот с такой вот картинкой. И тогда в следующую пятницу, 26 числа, генератор случайных чисел выберет победителя, и ему достанется пицца. Абсолютно бесплатно. Отвечаю. Через О.